Тверяне одержали победу на московском международном конкурсе фестиваля искусств. Ко дню рождения любимого города ученики 8-й гимназии подготовили необычное представление. В театральной исторической форме юные мурманчане рассказали о горестях и радостях столицы Заполярья и о том, как строился и развивался город-герой. Московский конкурс искусств «Талантливая Россия» проходил на базе Дворца культуры имени Кирова. Из 120 коллективов Мурманская театральная студия 8-й гимназии взяла золотой гран-при – наивысшую награду фестиваля. Москвичи сказали о том, что когда они ехали в Мурманск, у них был один настрой. Вот уезжать они будут уже с этого города с другим настроем. Почему? Потому что благодаря нашей постановке они очень много узнали о нашем героическом городе-герое. Все не поверили. Во всяком случае, я вот рядом со мной сидел мой коллега, и он тоже не верил в это. Крики, радостные крики. У маленьких даже некоторых проступили слезы. Ну, вообще, это был незабываемый момент. Безусловно, мы это ожидали, но так как добрались до самого последнего, гран-при, все-таки закраивались некоторые сомнения, но мы взяли этот приз.